Несмотря на то, что эти люди уже давно находятся на заслуженном отдыхе, они не перестают быть активными участниками жизни области. Посетить совхозкомбинат «Заря» в прошлом первым секретарем райкома партии посоветовал Владимир Дворник, а встречал гостей нынешний руководитель Олег Слинько. Олег Михайлович не только подробно рассказал о работе предприятия, результатах и перспективах, но и провел по производству. В ходе визита были затронуты как экономические, так и социальные вопросы. Первые шаги, у нас такое впечатление замечательное, что трудно словами передать. Это ж, ну, я вам скажу, что на большом предприятии промышленном такого порядка культуры нет. Поэтому наша будет вот, задача после того, как мы здесь побудем, посмотрим все, прежде всего именно вот рассказывать о той большой работе, которая здесь проводится, об опыте этой работы. Конечно, сделать везде сразу так не смогут, но пусть к этому стремятся. Хоть некоторые говорят, а, село, неправда. Если руководитель на месте, он подберет специалистов, он подберет рабочих, морально их и материально, прежде всего, заинтересует, можно сделать то, что вот мы видим здесь.